793 нарушения правил остановки и стоянки автомобилей зафиксированы в Ноябрьске. Это данные за 4 месяца, с июня по сентябрь. С начала лета в городе работают система автоматической фото-видеофиксации «Паркон». Комплекс – это, по сути, камера, установленная на передней панели автомобиля. Транспорт курсирует по городу и фиксирует нарушения. Данные автоматически передаются в Салехар, где по госномеру устанавливают владельца автомобиля и ему отправляют извещение. Если вы стали свидетелем неправильной парковки, решать проблемы через социальные сети не стоит. Куда результативнее позвонить в госавтоинспекцию? Можно позвонить в отдел ГИБДД нашего города, либо в отдел Министерства внутренних дел России по городу Ноябрьску, где данное ваше сообщение будет зарегистрировано и направлен, соответственно, наружный наряд для разбирательства. В случае выявления административного правонарушения будет составлен административный материал. В случае отсутствия административного правонарушения будет вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время административный штраф за нарушение правил стоянки автомобиля составляет 1000 рублей.